Синди! Ты видела, как на меня Тайлер посмотрел? Мне кажется, он мне подмигнул! Дуреха, ему соринка в глаз попала. Вот и моргал. Разойдитесь, колхозницы. Эй, а ну не толкайте! О, там же ваши фотки на доску позора будут вешать. Пойду посмотрю. Дорогая, идем уже. Ладно, Тайлер, идем. Опять фотки! Его нас опять будут унижать! Вылезай давай. Не поняла? Ева, ты куда делась? Ева! Офигеть! Это что такое? Куда я попала? Ева, что за фигня? Ты куда залезла? Посиди. Я не знаю. Я залезла в шкафчик, а вылезла из шкафа, но уже здесь. Как я? Так, нет, все, валивай сюда, быстрее! Ой, так давай! Стоп! А чего это мы? Нужно понять, куда мы попали. И то правда. Как тут красиво! Комната будто волшебная! Ага, реально! О, ты смотри, тут бутылочки! Они такие милые! Ева, аккуратнее, это же может быть чьё-то. Не случайно. Вот я растяпа. О, а смотри, а на той бутылке какая-то надпись. Тут написано: выпей меня и загадай желание. Офигеть, и что будет? Сейчас проверим. Синди, а можно я выпью? Я хочу желание. На, держи, сейчас будешь ныть, а я этого не выдержу. Я хочу, чтобы Тайлер остался с Ариэль. Ева, ты вообще? Я думала, ты нормальное желание загадаешь. Ну блин, это мой шанс быть с Тайлером. Ой, все, идем, у нас уже вообще-то урок идет. Ой, блин, а что, выход из той комнаты здесь? Офигеть, вот это чудеса! В нашей школе есть тайная комната, а мы не знали. Ах, вот вы где, бессовестные девицы! Ой, миссис Мелани, простите, мы немножко задержались. Задержались? Да я уже в полицию звонила, и вас разыскивают. Мы не хотели, чтобы так вышло. Вам выговор. Если еще раз такое повторится, я вызову родителей в школу. Блин, что же мы делаем? Нам нельзя палиться. Все, значит, в следующий раз будем ходить в такие места после уроков. Ага. У меня завтра матч. Придешь посмотреть? Дорогой, ну конечно приду. Смотри, там Ариэль и Тайлер. Кажется, не очень похоже на то, что они расстались. Блин, все понятно с этой комнатой. Эта комната не настоящая, и желания не сбудутся. Блин, а что я тогда выпила? Ой-ой-ой, живот ручит. Хорошо, что я не выпила эту жидкость. Смотрите, вот эти две курицы. Давай клей быстро. Их фотки все должны увидеть. Тайлер, смотри, новая подборка кринжа. Да хватит такое делать, достали уже, откуда у вас эти фотки? Мы вас каждый день фоткаем, чтобы было с чего поржать. Это не смешно, вы такие же ученики, как и вы. Нет, вы не такие, вы отбросы общества. Ой, Синди, волшебства не существует. Тайлер и Ариэль никогда не расстанутся. И дальше будут нас обижать. Тайлерик, ты так давно не дарил мне подарки. Кажется, пора это сделать. Да, я как раз собирался тебе кое-что подарить, но у меня бабки закончились. Так найди, в чем проблема. Это ужас, это просто трэш. Бэм, что такое? Тайлер, может, ты сам признаешься? Не понимаю, о чем ты? О, не понимаешь. Вот,
посмотри, что твой парень сделал! Что? Предатель! Как ты мог? А что такого? Ты пролайкал фотки Аниты! Своей бывшей! Ну да, но у нее просто была фотосессия. И это же просто лайк! Фотосессия в купальнике! Ты совсем обнаглел! При живой-то девушке! Ариэль, бросай этого придурка! Погнали в салон красоты! Ты серьезно думаешь, что Ариэль тебя послушает? Я тебя бросаю, Тайлер! Иди дальше к своей Аните, лайкай ей фотки! Ариэль, ты серьезно? Ну стой! Адам, ты слышал, что наша сладкая парочка рассталась? Ты про кого сейчас? Ну, про Ариэль и Тайлера. Да ладно, не может быть, они же 3 года вместе. Подробностей не знаю, но Ариэль выставила пост в Инстаграм. Капец, интересно, что случилось, погнали узнаем. Совпадение. Погнали в шкафчики и попробуем еще раз зайти в тайную комнату. А? Никто там не идет, нет? Да нет, вроде. Ага. Ну тогда залезай, давай. Ты первая, мне что-то стрёмно. Ладно, давай я. Получилось? Я правда думала, что это была разовая акция. Кажется, нет. Есть шанс еще раз загадать желание. А что нужно выпить? Давай пить все и загадывать кучу желаний. Ну, можем попробовать. Опа, смотри, что там? Там другая бутылочка светится. Походу, ее нужно выпить. Ага. Чтобы загадать. Может, опять что-то про Тайлера? А, Ева, это нечестно. Почему? Ну ты уже загадала желание. Может, я тоже что-то попробую? Эх, ладно. Не все же мне должно доставаться. Держи. Ты настоящая подружка. Все, выпила. А желание? Забыла. Хочу 10 тысяч долларов. Серьезно? Это и желание. Ну а что мне загадывать? Я же не втюрилась в Тайлера. Этого еще не хватало. Тайлер мой и точка. Идем уже. Так, а где вообще мои бабки? Когда они появятся? Идем. Ну и где бабки? Или это желание слишком дорогое? Да подожди. Мое тоже не сразу исполнилось. Ну. Наши прогульщицы. Опять шатаетесь по кампусу без дела. Нет, вы что, мы просто шли узнать расписание на следующую неделю. А, ну, узнавайте. Надеюсь, вы хорошо подготовитесь к урокам. Угу. Тогда мы это... Пойдем. Стоять. Это что такое? Деньги, наверное. Откуда столько? Вы что, совсем? Ева? Это... Да кто вам разрешал приносить такую сумму в кампус? А мы не приносили? Так это не ваше. Значит, я заберу деньги и отдам это вашим родителям. А, нет, мисс Мелани. А мы вспомнили. Это мы с Синди собирали на фонд зверушек. Должны передать. Какой еще фонд? Ну, там, где тигрюли и медведи. Так вы благотворительностью занимаетесь. Молодцы. Тогда пойдем перечислим на счет. Это что за фигня? Откуда у меня бабки? У меня тот же вопрос. Деньги должны были быть у меня. Не знаю, без понятия. Офигеть, я же загадывала для себя. Офигеть, вы что, богачки? Откуда столько денег? Ой, да мы это желание загадали в тайной комнате, и вот... Откуда? Какая комната? Ой, да какая комната? Я это так, бред несу, фигню. Да
тайная комната и желание? Интересно. Блин, мы опять в комнате мальчика вылезли. Может, мы не туда свернули? Да знали бы мы, куда сворачивать. Ты чего вылупилась? Ты себя видела? Ты красивая. Уже? Я красивая. Не, ну ты всегда норм выглядишь. Но пока ничего не поменялось. Да блин, ну что ж такое? Опять все тебе досталось. Не понял, что за крики в моей комнате? Мы случайно зашли, но уже уходим, прости. Так, стоять! Что это за прекрасная леди в моей комнате? Не узнаешь? Синди, а чего ты от меня такую красивую подругу скрывала? Красивая? Тайлер, алло, очнись, это Ева. Что? Ева? Ну, она же была пацаном. Она просто шутила. И вообще, Ева поменяла образ, и теперь так будет выглядеть всегда. Офигеть. Так может, мы сходим куда-то? Ева, ты же согласна пойти со мной на свидание? Ок. Конечно, она сходит. Куда она денется? Супер, тогда жду через час на заднем дворе. Ева! Очнись! Ева! Мы ее теряем. Так, да что ж это такое? Почему Еве опять достались все желания? Это несправедливо! Ну, и где вход? Зачем мы к шкафчикам пришли? Потому что шкафчики – это и есть вход. Нам туда. Ты прикалываешься? Гвен, ты тупая? По-твоему, вход в тайную комнату должен быть на самом видном месте? Ну, не знаю. Странно это все. Давай, заходи. Офигеть. Вот она комната. И она существует. Класс! А эти козы скрывали от нас, но мы все равно нашли. Не мы, а я. Да ну тебя. Лучше скажи, что делать надо. А я откуда знаю? Я тут тоже как бы в первый раз. Может, просто сказать? Я хочу розовое БМВ! Ты еще громче заори. Пусть все услышат и прибегут сюда. Ой, а может, у тебя есть лучшее приложение, а? Тут написано: выпей меня и загадай желание. Вот это я. А почему это ты? Я первая увидела. Ой, ну надо же делиться с друзьями. Нет, я не хочу БМВ. Я хочу стать популярной в ТикТоке. Вот стерва. Теперь я поняла, кто ты на самом деле. Успокойся, потом и ты загадаешь. А сейчас идем смотреть, как я стану популярной. Ты знаешь, куда идти? Как выйти? Ну, наверное, так же, как и заходили через шкаф. Ой, ну не завидуй, подружка. Скоро настанет твой звездный час. Приветик, прости, что опоздала. Были неотложные дела. Ничего страшного. Это тебе. Ого, спасибо. Садись в машину, поедем покатаемся. О, настоящее свидание? Ну а как еще? Поедем в кафе, садись. Хорошо, а только сейчас я губки подкрашу. Угу. Ой, что это? Это такой милый сюрприз. Спасибо, Тайлер. Мне очень приятно. Hello, как дела? Синди, я не понял, что ты тут делаешь? Да, мне скучно одной. А вы как раз гулять собирались. Вот я подумала с вами поехать. Тайлер, а ты не против, если с нами моя подруга побудет? Не против. Офигеть! Это твой букет? Да, повезло тебе, подружка! Зак, Зак, иди быстро сюда! Что там? Не хочешь с нами в кино сгонять? А то мы вот собираемся и, судя по всему, компанию веселую ищем. Ну, я не против. Тогда падай в тачку.
А у меня для вас сюрприз. С нами еще Зак будет. Да, составлю вам веселую компанию. Да, Синдичка? Ага. Ну, поехали гулять. Мия, ты что, обиделась? Отвали от меня. Иди дальше, Сарей, целуйся. А чего это тебе так задело? Потому что я думала, что нравлюсь тебе, а ты, оказывается, втюрился в Ариэль. А, так ты ревнуешь? Тогда все ясно. Адам, отвали! Не видишь, я занята, листаю ТикТок. Офигеть! Что там? Тут видео Бен набрало куча просмотров и все ее хейтят. Вот такое у меня утро! На это видео никто никогда не увидит, потому что я в ТикТок заливаю только красивые носики. Какая вот тут стрёмная. Офигеть. Как такое могло случиться? Я выставила стрёмное видео случайно. Ну кто ж виноват? Сама наклацала. От меня 50 тысяч человек отписалось. Желание не сработало. Видимо, сработало. Но в другую сторону. Бен, не расстраивайся, еще найдешь своих фанатов. Еще минус 20 тысяч подписчиков. Хватит ржать, эти желания тупые. Ничего не исполнилось. Так ей надо, будет знать, как впереди меня лезть. Синди, что такое? Ты должна мне помочь. Хорошо, только как? Мне капец, как нужно стать красивой. Но мы же уже загадывали желание, и ничего не вышло. Да, потому что все исполняется у тебя. Ну так, и что ты хочешь, чтобы я загадала? Сделай меня красивой. Загадай, чтобы твоя подруга тоже стала крутой. Хорошо, что не сделаешь ради подруги. Идем в нашу тайную комнату. Так. А зачем тебе это прям вот резко так понадобилось? Мне Зак понравился. Что? Ты серьезно? Покатались с ним на заднем сиденье вместе и все? Влюбилась? Ты чего ржешь? Ты будешь мне помогать или нет? Так, ну что, будем загадывать. Только для начала нужно выбрать бутылочку. А вдруг Кома-то узнала, что я хочу встречаться с Заком и не хочет для меня этого делать? Комната точно так не подумает, успокойся. Ну а что тогда пить? Вот эту бутылочку со стразами. А ты думаешь, она исполняет желание? Ну, а ты видишь другие варианты? Ладно, пей, только загадывай четко, чтобы оно у меня исполнилось. Хочу, чтобы моя подруга встречалась с Заком и была красоткой, как я. И чтобы Тайлер с Заком были без ума от нас. Супер, идем отсюда. Ну что, я теперь красивая? Вот это другое дело. Я сработала, сработала! Ура! Я смогу захватить Зака! Это так классно, что мы нашли комнату желаний! Это просто супер! Ну, вот я не понимаю, почему именно ты? Все твои желания сбывались. Ну, может, комната выбрала одного хозяина, меня? Ну, может, скорее всего, так и есть. Но это тоже очень хорошо, ты ведь всегда можешь за меня загадывать. Что происходит? Мальчики, вы чего? Я сам не знаю, мне просто резко захотелось поцеловать Синди. Не тебя, Ева. Офигеть, желание сбылось! Вы о чем? Назовите! Офигеть! Они все целуются? Как такое возможно? Тайлер, Зак! Офигеть! Ну я им всем покажу! Это ужас! Я хотела, чтобы Тайлер ревновал! А он с этой заучкой! Так она еще и красоткой стала! Жесть! Это точное желание из тайной комнаты! Тогда я загадаю! Хочу, чтобы Ева и Тайлер ненавидели друг друга! А Тайлер за мной бегал! Тайлер,
Что это значит? Я не знаю, что со мной, но я хочу, чтобы ты вышла за меня замуж. Но я не хочу замуж, я только встречаться хотела. Что тут происходит? Это невероятно! Мои ученики скоро поженятся! Что? Ура! Талер сделал предложение Еве, она невеста! Это все неправда! Это вранье! Да, Ариэль просто завидует. Это все тайная комната! Это из-за нее все случилось! Какая еще комната? Где исполнялись желания? Наши, конечно, исполняются в другую сторону, но это не важно. Ева и Синди всех заколдовали! Ведьмы! Так, а ну быстро ведите меня в ту комнату. Нужно все исправить, пока не поздно. Ева, куда? Я не поняла, что это за магия тут в школе? Вот это желание. А ну быстро, показали мне эту комнату, Синди! Идемте, я вас проведу. Все зашло слишком далеко. Хочу, чтобы эта тайная комната исчезла. Вот тут вот в комнату. В шкафчиках? Я поняла. Вот где Синди и Ева постоянно пропадали. Да-да. Они там, походу, колдовали, ведьмы. Как туда зайти? Не знаю, это вранье. Комнаты нет. Мы лично там были, врунишка. Мисс Мелани, вот прям сюда заходите и попадете прямо в эту комнату. Ай, это что такое? Там железная стенка шкафчика. Где? Не поняла, а где вход в комнату? Вы что, совсем ненормальные? Решили учителя покалечить, уроки сорвать? Всем F! Вот дуры! Гвен, за мной! Ева, ты где была? Ты только что такое пропустила! Мисс Мелани хотела попасть в комнату, но она закрыта! Больше туда никто не попадет! Как это? Я быстро побежала и загадала, чтобы комната исчезла. Но зачем? Ты же могла загадать кучу желаний. Могла, но только они исполнялись у меня, а других они делали несчастными. Еще и Тайлер. Но ты ведь хотела с ним встречаться. Встречаться? Но не замуж. Так, я поняла. Комната слушается только тебя, потому что ты очень добрая. Даже Гвен и Ариэль не смогли там ничего получить, потому что они злюки. Что же я наделала? Нужно было загадать, чтобы комната пропала на час. Ну ничего, зато мы красивые, нравимся крутым парням. Талер, можно считать, что я тебя простила. Люблю тебя. Ты это видела? Ну все, теперь желания все исчезли, Тайлер вернулся к Ариэль. За кто же меня бросит? Еще и страшными станем, как раньше. Только не это! Трогайте меня, я вас всех ненавижу. Будет притворяться больной, лучше шмотки нормальные купи. Так тебе и надо, дура. Пойдем, ребята. Что это? Офигеть! Ты кто? Что тебе нужно? Хочешь избавиться от одноклассников? Исполни любое твое желание. Не могу поверить. Наверное, померещилась из-за стресса. Нужно срочно бежать, чтобы никто не подумал, что я чокнутая. Не, ну ты видела. Папа, мама! Что такое? Меня опять...
бабушку Ариэль! Я даже пахну, как бабушка Ариэль! Так, никого не слушай! Успокойся! Что у тебя? Оценки хорошие! Да отвалите! У меня нужны новые шмотки и телефон! Деньги быстро! Кэсси, быстро! Как ты себя ведешь? У нас нет денег! Нет! Да, мы не можем тебе ничего дать. Разговор окончен. Ай, блин! Кэсси, перестань орать, а то тебя опять станет плохо. Ах, так! А ну, марш, свой папа! Помоги мне, родители! Тогда я получу деньги другим способом! Предатели! Ну-ка, стой! Надеюсь, она все поймет и не будет злиться. Ненавижу их! А вдруг мне не померещилось? Смотрим. Ну, приветик. Ты все-таки решила загадать желание? Обалдеть! Ты реально существуешь! Но с кем, по-твоему, ты сейчас разговариваешь? Или мне превратить тебя в ослиху? Не-не-не, я хотела загадать желание. Ты же обещала, что исполнишь любое. Окей, правила такие. Держи. За каждое загаданное тобой желание будет откалываться кусочек сердца. Ты хорошо подумала? Это все-таки твое сердце. Да пофиг! Давай скорее! Мне нужно просто записать желание? Отлично! Я хочу много денег на шмотки и телефон. Супер! Умница! Немедленно исполняю. Офигеть! Деньги! Я смогу купить 10 новых нарядов! Ого, сколько же их тут! Спасибо тебе, Ева! Ты знаешь, где меня искать. Зови, если понадоблюсь. Я стану самой модной девочкой в классе! Это что такое? Девушка, вы что творите? Мне все это нужно. Стойте! Прекратите сгребать матери и считайте! Я заберу все! Чуть не забыла. И телефон. Самый новый. Только подождите, не уходите. Мне нужно все посчитать. Блин, сломался. Так, 100, 150, 1000. Давайте быстрее, я в школу опаздываю. 300, 350, 500. Дайте руку. 550, 600. Да что за бред? Забирайте все деньги, мне не жалко. Всего доброго. Ну, держитесь, одноклассники. Вас ждет абсолютно новая Кэсси. Ты у меня такой офигенный. Не может быть! Приветик, скучали? Не может быть! Зак, ты это видел? Я думаю, это какой-то пранк. Офигеть! У нее лук из новой коллекции! Чё? Она же только вчера в обносках ходила! Я тоже такие хочу! Ты чё, хочешь женские шмотки? Блин, какая же она красивая! Так, разойдитесь, придурки!
ты откуда эти шмотки взяла? Рылась на помойке возле дома Кардашьянов? Вам что, не смешно? Нет, она и правда красивая. Ты как разговариваешь со старостой школы? Девочки, прекратите. Ого, приоделась. А теперь давай, доставай свой калькулятор. Посмотрим, как он подходит к твоему образу. Упс, облом. Мой телефон даже круче ваших. Капец, я на такую же год деньги собираю. Вообще-то я богатая. Я просто пранковала вас, чтобы узнать, кто мои настоящие друзья. Это мы твои настоящие друзья. Жаль вас, неудачники. И тебя, Тина, тоже жаль. Теперь в школе все любят только меня. Пока, лузерша. Вы ее видели? Я б с ней замутил. Стой. Зак, она забрала мою популярность. Что теперь делать? Не переживай, солнышко. Она явно все это украла. Никого не было! Как они могли исчезнуть? Ой, Кисси, а что это на тебе? Откуда ты это взяла? Да так, одноклассница дала поносить. Забей! А что тут произошло? Ты чего плачешь? А у нас пропала одна очень кругленькая сумма денег. Как пропали? Этого не может быть! Мы собирали эти деньги для тебя, доченька. Для меня? А почему вы мне их не отдали? Вот, вот как тебе не стыдно? Мы для тебя старались. Ты не плачь. А, ну да? Спасибо вам, жлобы! Блин, почему мне на них так пофиг? Что со мной? Кассидиари! И верни эти шмотки! Некрасиво одалживать у подружек. И не подумаю, у вас были деньги, а вы их прятали. Странно, куда делось бабло? Я разберусь. Перестань, не злись на нас. Все хорошо. Эй, а ну отвечай, куда бабки делись? Ты чего трясешь? Мне же больно. Не дадут отдохнуть. Чего тебе? Деньги моих родителей пропали. Это ты устроила? А как ты думала? Чтобы что-то получить, нужно у кого-то что-то забрать. Ну офигеть! Ты мне об этом не говорила! Мои родители не виноваты, что я захотела новые шмотки. Делай то, что тебе хочется. Это твоя жизнь. Не думай о других. Впрочем, ты права. Они собирали деньги мне, а сами их прятали. Фу! Блин, почему мне так пофиг? Я решила, я буду загадывать желания дальше. Вот и умница. Ты на верном пути. Слушай только свое сердце. Эх, жаль, что желаний осталось немного. Ладно, давай, полезай обратно. Пойду дальше загадывать желания. Надеюсь, у моих родителей больше ничего не пропадет. Вот бы у меня был краш. Повезло же ей. Я тебя так люблю, Тина. Мне очень повезло, что мы с тобой вместе. Чего он у нее такой идеальный? Аж бесит. Ну ничего, у меня есть дневник, который может все. Чего тебе? Нас же тут могут палить. Их очень быстро. Я хочу себе краша. Будет сделано. Наслаждайся. Эх, осталось так мало желаний. Интересно, кто станет моим парнем? Что с тобой, Зак? Отстань, Тина. Моя девушка теперь Кисси. Что? Что ты творишь? Офигеть! Мой парень теперь Зак?
происходит? Ты же только что меня целовал! Вы оба об этом пожалеете! Я влюбился, не трогай меня! Кейси, я так тебя люблю! Ого! Я, конечно, не Зака имела в виду, но так мне даже очень нравится! Идем! Я устрою тебе свидание, Кейси! Ну, Кейси! Ты об этом пожалеешь! Ты узнаешь, как ты это делаешь! Класс! Я встречаюсь с самым крутым парнем в школе! Я очень рад! Может, чего-то хочешь? Может, кушать? Не откажусь, любимый! Чтоб ты не замерзла, моя принцесса. Ай, красота. Вот, держи, кушай. Спасибо, котик. Ты такой заботливый. Эй, Зак, ты меня слышишь? Любимая. Ты достойна того, чтоб с тобой обращались как с королевой. Дай мне хотя бы проживать! Он какой-то загипнотизированный. Стиной он таким не был. На! Нет, я больше не хочу! Постой! Куда же ты? Я тебя люблю, Ти... Кейси! Любовь моя! Блин, видимо, он и вправду ее любил, и она его тоже. Ну и пофиг мне на их чувства, я буду делать то, что я хочу. Моя любимая Кейси. Эй, вы чего, мам? Дошли до шитейки! А вы так долго их отгладывали! Мы собирали их специально, чтобы вылечить твое больное сердце! Замолчи! Зачем ты ей это рассказала? Это правда? Твое здоровье важнее всего, поэтому вы тебе ничего не покупали. Мы хотели как лучше. Прости нас, доченька. Мы должны были быть внимательнее с тобой. Офигеть! Лучше бы новые шмотки мне купили, чтобы надо мной в школе не издевались. Ладно, я тоже устала уже болеть. Ай! Тебе плохо? Может, вызвать врача? Нет, все хорошо. Не плачьте. Все будет хорошо. Я пойду в комнату. Придумала. Загадаю желание, чтобы стать здоровой, и тогда точно все наладится. Куда бежишь? Ты что здесь делаешь? Дай пройти! Ты почему не исчезла, как все остальные? Отстань от меня! Я бегу к Кейси, мне надо ей помочь! Поздно! Ты уже ничем не поможешь, и она навсегда останется несчастной! Что ты сделала с Кейси? Противная ведьма! Эй! Я фея вообще-то. И ничего я не делала. Просто она теперь никогда не сможет любить. Что? Почему? Я расколола ее сердце на части. Блин, Кэсси, что же ты наделала? Это из-за тебя она загадывала эти тупые желания. Я тебя все равно словлю. Ну ты и дурочка. Ты меня никогда не сможешь поймать. Пока. Вот блин, надо найти Кэсси и помочь ей снова стать собой. Наконец-то я дома, в своем гнездечке. Фух, я так устала от этой Кэсси. Наконец-то можно расслабиться. Так, что мне там по графику? Как же мне снова вернуть все назад? Заткнись там, нытичка, ты мне мешаешь. Она никогда не соберет свое сердце. Блин, у меня совсем нет клиентов. Нужно кого-то найти. Ева, верни все назад. Нет меня, я в отпуске.
Да чего она так орет? Достали эти тупые школьники. Сначала загадывают, что попало, а потом ходят недовольные. Да кто там как слон ходит? Ой. Все, можно расслабиться. Кэсси, Кэсси, ты меня слышишь? Приди в себя, я тебя заколдовала, Кэсси. Блин, что же делать, Кэсси? Я ничего не чувствую. Из меня будто бы выкачали всю любовь и радость. Тина, иди домой. Кэсси, ты не должна сдаваться. Все вернется как раньше, вот увидишь. А ты почему не пропала? Я же загадала, чтобы все, кому на меня пофиг, исчезли. Школа из-за меня опустела. Да потому что мне на тебя не пофиг. Тебя заколдовали, я хочу помочь. Ты мне уже не поможешь. Мое сердце разбито на кусочки. Мы соберем его вместе, Кэсси. Я знаю, что ты не такая. Давай попробуем. Ладно, давай соберем его вместе. Давай, Кэсси, еще чуть-чуть. Кэсси, у нас вышло. Слышишь, все вернулись. Тина, я снова что-то чувствую. Спасибо. Пойдем глянем, все ли на месте. Знаете, короче, я же говорю, зачем вы это делаете? О, приперлась лохушка. Вот теперь все стало как раньше. А почему Тина держит эту дуру за руку? Фу! Отвали от Тины, чмошница! Ну хватит! Перестаньте обижать Кэсси! Она этого не заслуживает! Да ладно! Мы, собственно, не думали никого обижать. Подумаешь. Итак, теперь мы все будем дружить с Кэсси. Она очень классная. Алло. Привет, доченька. Мы с мамой хотим тебе кое-что сказать. Что случилось? Один доктор согласился вылечить твое сердце. И мы как раз собрали нужную сумму на лечение. Ура! Я вас так люблю. Все, пока, поговорим дома. Как здорово! Ты скоро станешь здоровой! Да, ура, я так рада! А как там Зак? Пойдем найдем его. Серьезно? Тина, я тебя искал. Куда ты подевалась? А, и тебе привет, лузерша. Эй, я не лузерша! Не надо так с ней. Она теперь моя подруга. Я потом объясню. Она правда хорошая. Зак, ты как? Уже не болеешь? Чего? Да я и не болел, я просто школу проспал. Чего ржете? Тина, я так соскучился. Блин, они такая красивая пара. Как я могла все испортить? Ладно, я пойду в класс. Жду тебя на уроке, любимая. Си, твой дневник еще у тебя? Угу, вот он. Но я только не знаю, что с ним делать. Не вздумай открывать! Нужно от него избавиться! Пойдем! А? Я так рада, что все наконец-то закончилось. Если бы не ты, я бы таки была бессердечной злюкой. Не парься, я поняла, что ты мы виноваты. Мы тебя довели. Да уж, но из-за меня все вокруг страдали. Я поняла, что стать счастливой за счет других нельзя. Да ладно, забей. Просто выкинь же его. Я так рада, что наконец-то у меня есть подруга. Ну что, закончим с этим? Ты умница! Погнали на уроки. Задолбали эти родители. Пилят меня за плохие оценки. Я не хочу учиться, я же спортсмен. Ай! Что это такое? Кто там кидается, придурки? А! Ты кто такая? Привет, красавчик. Хочешь хорошие оценки и ничего для этого не делать? Офигеть! Конечно хочу! Что ж, все в твоих руках.
Ты же говорила, что можешь исполнять желания. Исполнишь, пожалуйста. Кто там кидается, придурки? Привет, красавчик. Чего ты боишься? Блин, задолбали эти родители. Пилят меня за плохие оценки. Да я не хочу учиться, я же спортсмен. А ну, быстро на меня! Да ладно. Мы, собственно, и не думали никого обижать. Начали! Отстань от меня! Хотя я сама тебе сдаюсь в полон. О! Любимая, я посмотрел ВК.